Традиционный майонез уже слегка наскучил, тогда обязательно стоит взять на заметку этот классный вариант, как приготовить горчичную заправку для салата. Она пикантная, быстрая, простая и вкусная. Эта чудесная заправка подойдет для овощных салатиков, прекрасно сочетается также с рыбой или курицей, например. Кстати, она отлично хранится несколько дней в холодильнике, в кулинарную копилку добавить точно стоит. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Вот из чего готовим блюдо. Натуральный йогурт, 3 чайных ложки. Оливковое масло, 4 чайных ложки. Мед, 1 чайная ложка. Сок лимона, 1 чайная ложка. Бальзамический уксус, 1 чайная ложка. Горчица, 1 чайная ложка. Количество порций, 1. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Пусть вам сегодня повезет.